Здравствуйте, добро пожаловать на уроки Торы. Наша недельная глава Балойска. Я хочу уделить внимание урокам, которые, на мой взгляд, очень жизневажные уроки. И если просто прочитать недельную главу, можно даже как бы не обратить на них внимания. Хотя недельная глава на самом деле очень насыщена. В самом начале недельной главы приводится, что Аарону дали заповедь, что Аарон Акоин должен зажигать минору, светильник. Когда написано, что минора должна сделана быть из чистого золота, вплоть до ее основания. Раши учит там вопрос, как это слово перевести. Раши учит, что вместо основания миноры, если вы когда-то видели картинку миноры, значит, это семисвечник, и внизу вот это основание, там разные картинки рисуют. На знаменитой арке Титуса в Риме есть тоже картина миноры. И посук в нашей недельной главе в самом начале подчеркивает, чтобы вы сделали ее из чистого золота, вплоть до основания. То есть основание тоже должно быть сделано из чистого золота. Так интересно, что Рав Шимшон Пинхас обращает внимание, что есть очень интересное, похожее, можно провести параллель, что-то похожее в Данииле. Данииль — это Ктувим. Он не был, кстати, пророком, по многим мнениям, Даниэль, он был святой человек, но он как бы не вошел в книгу пророков. И история в Даниэле приводится, что у Навуходоносора был сон, ему приснился сон. И мало того, что Навуходоносор хотел, чтобы ему этот сон объяснили, он хотел, чтобы ему его еще и напомнили. То есть Навуходоносор сон свой забыл. Он созвал всех своих умных людей, сказать, чтобы ему напомнили. Конечно, никто не мог. Ну, объяснить мы еще можем хоть как-то, но напомнить никто не мог, пока не пришел Даниэль, и Даниэль действительно напомнил ему, что ему приснилось. И вот этот сон Навуходоносора, если вы хотите посмотреть, Даниэль, вторая глава, он написано, вот этот идол, то есть это сон Навуходоносора, который он сам забыл, так вот этот идол, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра его из меди, голени его из железа, а ступни его частью из железа и частью из глины. То есть на выходные все приснился этот огромный идол, и голова у него была золотая, потом серебро, медь, и там медь вместе с глиной. Там целый сон, потом был сон, что этот идол падает. Посмотрите, там очень разные интересные комментарии, что действительно, как этот сон ему растолковали. Интересный сон. Ну, чем же Пинхас говорит, смотрите, интересно, у этого идола голова была такая золотая, но подножье было железо и глина, очень слабое. В миноре специально подчеркивается, что даже подножье миноры, даже основа миноры тоже надо сделать золотой. Так, чем же Пинхас объясняет очень интересные, благодаря этой параллели, что в жизни у человека есть разные моменты. У него есть голова, как говорится, у него есть тело. Да, есть конец уже. Разные моменты жизни. Так, люди, которые живут не по Торе, то есть минор — это символ Тора, надо жить по Торе. С другой стороны, простые люди, как они живут? Ну, у них есть золотые моменты жизни. Голова. Иногда моменты жизни серебряные. Иногда медные, иногда глина, и так далее. То есть пятка, глина, но с кем не бывает такие моменты. Так минора, которая символизирует Тору и жизнь по Тору, подчеркивается в миноре, ну, даже моменты жизни, которые низкие моменты вашей жизни. То есть моменты, которые не такие духовные, знаете, не может человек провести всю жизнь свою в синагоге, правильно? Даже самый святой человек. У человека бывают разные моменты, люди, когда... Моменты, которые, как можно сказать, посвящены Богу. Есть моменты, которые посвящены себе, семье. У человека всегда должно быть все из золота сделано. Так, минора это подчеркивает. Что где бы ты ни находился, ты должен быть золото сделан. Интересно, если вы посмотрите в нашей недельной главе дальше, евреи путешествуют по пустыне. Когда они путешествовали по пустыне, написано, апостол говорит, что они ехали, путешествовали. Потом они располагались в стан. Потом они опять... И так они путешествовали по пустыне. Так Рахаим Акодыш, один из классических комментариев, подчеркивает, смотрите, в одном предложении написано, когда они ехали, передвигались, и когда они останавливались и располагались. Теперь,
Само собой разумеется, они хотели ехать. Их цель, они хотели попасть в Израиль. Они не выиграли бесплатную поездку по пустыне Синай. Это не было, ну, они там 40 лет, к сожалению, провели. В этом будет следующая недельная глава, как это произошло. Но их цель была попасть в Святую Землю. Поэтому, конечно, они хотели двигаться, двигаться. Но иногда, то, что написано «Алпи Хашем», по Слову Божьему, им Бог иногда говорил, вот здесь останавливайтесь. Они следили за этим столбом дыма. И когда он останавливался, значит, все остановятся. Там в предыдущих недельных главах рассказано, как они передвигались, 12 коллег, очень красиво. И останавливается этот столб дыма. Все, мы останавливаемся, они разбивают стан. Никто не знает, им не говорили. Вот так, ребята, останавливаемся на месяц. Никто им это не говорил. Даже Моше Рабейну, ему никто не говорил, насколько. Все, останавливаемся. Были остановки, которые заняли несколько дней, некоторые несколько месяцев, несколько лет. Посук подчеркивает, который подчеркивает, что евреи и путешествовали, и останавливались Алпиоша. То есть, когда Бог говорит, что надо остановиться, значит, надо остановиться. Так тоже в жизни у человека бывают разные моменты. Иногда мы на подъеме. У человека все идет хорошо, еврей он идет, он учится, и он работает, зарабатывает, в семье хорошо. Дети, внуки, соседи, все замечательно. Иногда у человека бывает то, что у нас называлось эпоха застоя. Вот не идет. Это может быть в начале жизни у человека, например, молодой парень, молодая девушка, ну, по времени, вот, по возрасту уже пора жениться, выходить замуж. Не может найти себе суждено. Ну, ищем, пытаемся. Наконец-то женился, теперь нету детей. Уже есть дети, нету работы. Да, у человека что-то хочет, ждет. Человек, особенно в наше время мы все время на ходу. Все очень быстро происходит. Человек все, как только он нажал на что-то, должен сразу. Знаете, былые времена, пока загрузился компьютер, да, пока включился, пока даже машину там надо было, знаешь, прокрутить, да, магнитофон прокрутить. Наше время все быстро включил, поехал, нажал. Быстрый самолет. Да, никто не хочет ждать. Так. И когда у человека в жизни происходит застой. Теперь, если он виноват, если он должен что-то сделать, так он должен что-то сделать. Если человек сидит на диване, плюет в потолок и говорит, что я не могу никак найти себе работу, как странно, да? Ну, понятно, да? Но если он не идет, он пытается, обзвонил, все, не идет. Все, так может быть, сейчас Ашем почему-то, подожди, придет свое время. То есть у человека Алпи Ашем, точно так же, как евреи путешествовали по пустыне, это очень важно. Евреи должны знать, что у нас есть моменты жизни, когда мы на подъеме, мы двигаемся, вот еще одна ступенька, мы надеемся, что так оно и будет. Мы рост, мы духовно можем расти, мы материально можем расти, мы видим, что идет вверх, а иногда не идет. И человек не должен теряться, человек не должен чувствовать, что вот Ашем про меня забыл, я никому не нужен, все так плохо, нет. В пустыне тоже иногда бывало годами они сидели. Это, возможно, такое было, то, что Ашем сейчас хочет. Если человек это воспринимает не как Всевышний вне земли, ну, это то, что сейчас Ашем хочет. Ашем сейчас хочет, чтобы ты здесь подождал почему-то. Сейчас остановочка. В святых книжках написано, что точно так же, как евреи путешествовали по пустыне, у них были там остановки, так у каждого человека в жизни есть тоже, у них несколько остановок. Есть такая остановка. Есть люди, которые живут в одном месте, люди переселяют. Но у нас в жизни есть разные остановки. И мы должны чувствовать, что эта остановка, значит, Всевышний так делает. То есть у нас не должно быть иногда железо, иногда серебро, иногда медь, иногда хорошее, иногда плохое. Где бы еврей не находился, разница между богобоязненным евреем, кто действительно понимает, что есть Бог на свете, и еврей, который простой, но человек, который все время чувствует, что есть Бог на свете, он за ним следит. Что Бог всегда... То есть даже когда я останавливаюсь, это не просто у меня свидетельство, плохо застой, ничего не происходит. Все происходит. Это то, что Ашем сейчас хочет. И про левитов тоже в этой недельной главе, интересно, написано в недельной главе, что когда Всевышний брал левитов, нам написано, что у него возраст левита, который шел служить в Мишкане. В нашей недельной главе написано, что от 25 до 30. До 50. В другой недельной главе написано от 30 до 50. То есть конец служения в храме было по-любому 50 лет, когда им было. Начало или 25, или 30.
Раша объясняет, что на самом деле начало начиналось в 30, им было 5 лет на боеподготовку, как говорится, они должны знать. И вот служение Богу. То есть получается, самый-самый такой разгар и самый их жизнь, это вот между 30, 20 лет, от 30 до 50. А потом Раша говорит, даже после 50, на самом деле, человек, даже после 50, человек не уходил все на пенсию. Раша говорит, что они могли продолжать в храме работать, они закрывали ворота, они там пели. Там некоторые работы храма они могли делать только вот в этом возрасте. Но даже после 50 жизнь продолжалась. То есть человек действительно... Нет такой вещи, что у человека... опять-таки, сейчас вот это я... Мои веселые моменты жизни, моя счастливая жизнь, а потом уже я на пенсию, уже все. Очень многие люди, великие люди, например, вот такой большой раввин, Рабби Авигдор Миллер. Рабби Авигдор Миллер, в Америке его многие знают. Он, после того, как он... он уже как бы собирался на пенсию или ушел на пенсию, тогда он лишь только начал давать свои знаменитые уроки в своей синагоге, которые были потом записаны на кассеты, и потом из этого были книги сделаны. То есть его настоящая, вот та жизнь, в которой он прославился, наоборот, началась, когда он вышел, как у нас говорится, на пенсию. То есть когда у простого человека вот это его низ, это глина и железо, у него, наоборот, он из этого сделал золото. Еще интересный момент. За 2 дня до Шавота скончался в Израиле раввин. Интересно, он был раввином, но его никто его не называет рав. Его звали Уризор. В Израиле его больше знают, чем в Америке. Уризор, кто такой был Уризор. Его не называют рав Уризор. Его просто так назвали. Уризор, кто такой был Уризор. Он в начале 70-х годах он был звездой израильского кинематографа. То есть он везде снимался в знаменитых фильмах. Он был... То есть он кинозвездой. Причем, опять-таки, я в начале 70-х, я плохо, мало занимался израильским кинематографом, поэтому меня должны простить. Но то, что пишут, то, что рассказывают, что он в начале 70-х, это была кинозвезда. То есть это была израильская кинозвезда. У него, соответственно, у него было немножко денег тоже. Он там себе купил на берегу Средиземного моря хорошую виллу. У него было все. У него было все хорошо, у него было замечательно, все шло. Потом, когда ему было 40 лет, некоторые проводят параллель, что когда ему было 40 лет, он встретился с одним раввином. И они разговорились с раввином, и раввин ему говорит, я тебе могу доказать, что Тора от Бога. И он говорит, что я тебе это расскажу. Ну, давай, ты это не можешь доказать. И он привел доказательства, я не хочу из этого делать целую руку. Ну, хорошие доказательства, очень простые, кстати. Если я вас заинтриговал, хорошо, но это не часть моего урока. Там про кошерных животных. Кошерные животные, в Торе написано. И Уризор... Он говорит, да, серьезно, позвонил какому-то профессору зоологии. Он начал звонить, и профессор зоологии ему говорит, да, а ты возле раввина сидишь? Забудь про это, мы не можем это объяснить. Он, это профессор зоологии, который, по всему, видать, не был религиозным. Он говорит, Уризор, мы не можем это объяснить. Да, что тебе сказать, по всему, видать, так и в Торе, что-то такое особое, да. И он шаг за шагом, причем не знаю, что он проснулся утречком, все, стал раввином, знаете, приклеил себе эту бороду. Сначала он надел кипу, потом он надел цицит, причем он был кинозвездой, он не строился там большой какой-то шоу был, он пришел, кипе вдруг приходит, знаете, это был удар по всему израильскому кинематографу, знаете. И так понемножку, потихоньку, он стал полностью религиозным, он перестал сниматься, он переехал из своей огромной виллы, он приехал в обычную квартиру, многокомнатную на квартиру. Кстати, потом он переехал в однокомнатную квартиру. Он сказал, что он хочет начинать привыкать к маленькому месту жительства. Такой он получит. Он очень смешной. И он ожил. Он, то есть люди, многие люди оплакивали, ну, потеря такого или такого таланта, да. Он серьезно к этому подошел. Он сказал, что он как Рабби Акива. Рабби Акива было 40 лет, когда Рабби Акива стал учить Тору. Он сказал, что как Рабби Акива, ему было 76, вот спросил, сколько вам лет, но мне 36. Потому что как бы 40 лет не считается. Интересные моменты, он один раз в день до Пейсаха, когда сжигали хомец, так он позвал очень большого раввина в Израиле, Рабби Пинхас Шайнберга,
И он принес вот этот костер, когда сжигали Хомутс, он принес кассеты с этими фильмами. Он специально выкупил компания, не знаю, как это работает, то есть какой-то компании это все принадлежали эти фильмы, которые он снимал. Он специально взял их себе, то есть он заплатил то, что надо было, и он стал как бы полным хозяевом, хозяином этих фильмов. И он взял вот эти кассеты, не знаю, диски и так далее, и бросил в огонь. Стоимость этих фильмов была от 1 до 2 миллионов. Потому что фильм это фильм. И он взял, он, причем он с этим раввином, этот раввин специально находился, он взял и сжег. Вот он не хотел. Тебя, у меня тут, некоторые удивлены, взять миллион, знаете, своими руками миллион. Он принес перед Пейсахом, потом он с этим раввином танцевал, с Пинхас Шайнбергом, и он принес в прямом смысле вот это жертвоприношение Всевышнему. Так теперь, он заработал, поверьте мне, больше, чем 2 миллиона. Теперь у нас никогда не будет этого, знаете, искушения, вот все-таки, ну, знаете, может быть, религиозно, но все-таки немножко заработать, да. Он взял и подбросил на год. Чему это все рассказываю? Я сейчас, когда готовился к этому уроку, я читал немножко биографию этого Ури Зоара. Потом он стал раввином, он учил, он несколько раз закончил ШАС. У него был хаврус в день смерти. Ему было хорошо за 80. В день, когда он, скажем, постижно скончался, у него утром 3:30, то есть полчетвертого утра, когда некоторые люди идут спать, да, 3:30 у него был хаврус, как обычно. Он с ним поучился. Потом, вскоре после этого, у него был инфаркт, и, к сожалению, его не смогли спасти. То есть он действительно ожил, и он из своей глины сделал золото. Он из своей глины, в прямом смысле, сделал золото. Более того, он использовал, на мой взгляд, если бы у него не было вот тех 40 лет кинематографа и простой, ну, обычной жизни, он, может быть, не смог так влиять на израильтян. Он не смог, он стал знаменитым, он знаменитые уроки давал. Он работал с нерелигиозными людьми. Понимаете, он им говорил, я знаю, я вас понимаю. Так все это произошло, поскольку он прошел через все, что он прошел. Наоборот, он использовал, он из этого сделал золото. То есть иногда в жизни человека, когда мы находимся в момент, когда, ну, застой, у нас момент, который не самый хороший момент на жизни. Мы никогда не знаем, может быть, из этого момента в жизни, наоборот, видишь что-то очень хорошее. Может быть, наоборот, из этого мы будем расти. Может, человек всегда, начало нашей недельной главы, мы должны помнить, что у миноры золото было не только сами свечки были золотые, но основа миноры тоже была золотая. Человек должен об этом помнить. Раз мы уже в начале недельной главы, по минору, Раши объясняет интересную вещь. Почему посредине Хумыша Бемидбар вдруг не строится про минор? Мы на самом деле минор уже построили с вами несколько месяцев назад, когда мы Мешкан строили. Так Раши говорит, что в прошлой недельной главе 12 вождей принесли свои приношения в храм. Каждое колено принесло приношение. И там колено Йосефа было разделено на две части. То есть Менаше и Ефраим. А левиты, интересно, что колено Леви никто ничего не принесли. И Аарон а-Коэн, который был главой как бы этого колена, он расстроился. Каждое колено как бы имело свою часть в приношении, в мешкане, один день, другой день. И Аарон расстроился, что теперь, получается, мое колено без ничего осталось. Всевышний, поэтому приводится это, начало недельной главы, Всевышний сказал, не переживай. Твоя доля, вот такую фразу Раши говорит, твоя доля, она более, по-своему, даже велика, чем доля других вождей. И тут комментарий начинает пытаться понять, чем. Чем же действительно, там написано, что ты навсегда, твоя доля, она будет продолжаться, зажигание свечей навсегда будет. Комментарии говорят, что навсегда. Храм был разрушен. То есть в Медреше написано, что жертвоприношения в конечном итоге не перестанут существовать, к сожалению, храм будет разрушен. А вот минора, так, слушай, минора тоже, к сожалению, в наше время минору не зажигают. Так один из комментариев Рамбан говорит, что подразумевается ханукальные свечи. Что Аарон, он зажигал минору, его потомки Хашманаи, они во времена Хануки заново зажгли минору. Память об этом мы зажигаем ханукальные свечи. Комментарии говорят, что наши ханукальные свечи, через полгода будем зажигать, это служение в храме. Хоть и храма нет, ничего нет, но когда мы зажигаем ханукальные свечи, как будто мы служим в храме,
То есть простой еврей у себя дома, возле окна. Это продолжение богослужения Аарона. И тогда комментарии говорят, так почему же Аарону, в чем тут Аарон? Так говорят, что поскольку Аарон вложил в эти свечи свою святость, поэтому эти свечи могут продолжаться и продолжаться до наших дней. То есть Аарон, который вложил свою святость в эти свечи, он когда их зажигал, написано там интересно, что повторяется еще раз, что Аарон сделал так, как ему приказали. Повторяется еще раз, потому что он ничего не изменил. Он действительно вложил всю свою святость, все свое желание, всю свою радость, все, что он мог вложить в это зажигание свечей. Так оно настолько продолжается, что вплоть до сегодняшних дней, когда мы зажигаем наши свечи, мы немножко пользуемся тем зарядом, если так можно сказать, Аарона Коэна, который он вложил больше, чем 3000 лет назад. Еще одно объяснение, тоже замечательное объяснение, что менора – это символ, символизирует Тор. Есть такое выражение «свет Тор». Тора. О, свет Тора, да? Тора – это свет. Всегда у нас говорили, учение – свет, не учение – тьма. Так, в данном случае свет Торы. И минора – это свет Торы. Так, разница между храмом и минорой, который свет Торы. Когда минору зажигали во времена храма, она давала свет всем людям, кто учил Тору. То есть, когда люди учили Торы во времена храма, благодаря миноре, минора давала святость на весь мир. Мы этого бы не видели, есть какие-то волны. Даже мы знаем, что в наше время есть какие-то микроволны, вот такие волны. Мы знаем, что они есть. Так минора излучала вот эту святость на весь мир. И все люди, которые учили Тору, они воспринимали эту святость. Так теперь, хоть и храма нету, так жертвоприношений, к сожалению, нету, но Тора осталась. Уже ту Тору, которую учили во времена храма, то есть те мишны, которые были записаны, ранние мишны, эпоха мишны, на самом деле, там большая часть этих мишнаев были после разрушения храма, но большая часть была во времена храма. Так эта Тора, она пропитана святостью минора. И поэтому Аарону сказали, что твоя часть, она будет навсегда. Почему? Потому что жертвоприношения, к сожалению, они не будут всегда. Кстати, есть выход немножко из положения. Человек, который в наше время хочет принести жертвоприношение, нету храма. Во-первых, можно дать сдоку. Когда вы даете что-то беднякам, это как бы мини-жертвоприношение. А во-вторых, если вы читаете отрывок из Торы, которая рассказана об этом жертвоприношении, это тоже как бы засчитывается. Специально там еще во времена Авраама Вину. Авраам как бы договорился с Богом, что когда евреи читают отрывки из Торы про жертвоприношение, то им засчитывается. Там приводится, что если кто-то недавно что-то нарушил, он чувствует, что ему надо принести. Есть такие моменты, что иногда человек должен прочитать жертвоприношение грешника и дать такие деньги. Но это все как бы. А Тора, которая в себя впитала свет минора, она до сих пор есть. И поэтому Аарона вклад в минору остался навсегда. Сказывает более современную историю. Ешиви Тора Вадас, есть такая знаменитая ешива, она в Бруклине. Так ешива Тора Вадас был рашишива Рев Шлема Хайнеман. И он давал свои уроки, он был знаменит, что когда он давал свои уроки, он очень громко поднимал голос, он потел. То есть он всем телом давал этот урок. Один раз там была плохая погода, к нему на урок пришло 4 ученика. То есть обычно он давал этот урок всей ешиве, там большая ешива. Один раз на урок пришло 4 ученика. И Рав Шлема Хайнеман, он дал свой урок, он опять-таки потеет и кричит, и объясняет, и всем телом, всей душой. И один из учеников так скромно сказал: «Рэби, у нас тут только 4». Когда ученика было как бы жалко своего Рэби, что он, знаете, тут... Так он сказал: «Вы не понимаете», им Рав Шлема говорит, «я даю урок не только вам, я даю этот урок и вам, и вашим детям, и вашим ученикам, и вашим внукам. Это не только я для вас даю этот урок». Почему? Потому что тот урок Тора, который вы его восприняли, вы его пропитали. Вы когда будете учить Тору, вы когда будете потом преподавать Тору, вы когда будете передавать, в вас будет эта искра, которую я в вас сложил. То есть Тора это не книжка. Книжка, прочитал книжку, кажется. Поэтому, кстати, это очень важно, что это, конечно, лучше, чем ничего. Если вы возьмете, прочитаете, есть очень много литературы на русском, и медреше, это очень важно. Но есть что-то, кроме того, что прочитать, когда кто-то это вам рассказал. Слава Богу, еврейский народ был благословен. У нас есть очень много великих раввинов, которые, как они рассказывали. Иногда люди приходили на уроки Торы, даже когда они ничего не понимали. Например, какой-то Рашишива дает урок.
Он его дает на идыше, вы ничего не понимаете. Просто посмотреть, как святой человек дает, преподает святую Тору. Просто посмотреть на это. Иногда этого даже достаточно. Но Аарон, еще раз так, Аарон, когда он зажигал эти свечи, это передавалось из поколения в поколение, и он зарядил нашу Тору своей вот этой своей святостью. Теперь интересно, кстати, я вот это левит, и все, что я вам рассказываю, это на самом деле Авраам вам говорит, очень интересно, что вот это Аарон зажигал свечи, потом левиты в нашей недельной главе, тут колено левитов. Тут иногда наш простой советский еврей, который очень часто он не Леви и не Коэн, да, и он там, что расстраивается, что, ну, Рамбам, великий Рамбам, пишет в своей знаменитой классической книге, что не только колено Леви может дойти до такого высокого уровня, но каждый человек, там, кстати, интересно, там не написано даже каждый еврей, там написано каждый, кто пришел в этот мир. Некоторые говорят, что это Рамбам так интересно написал, может посвятить свою жизнь Всевышнему, и он становится, койдышка, он становится, он себя освящает, даже не надо быть Назареем, просто человек посвятил, и он посвятит свою жизнь Всевышнему, причем это не значит, что надо поститься, надо там в снегу валяться, ну, просто человек постится, он становится как Леви. Его, может быть, в синагоге его не будут давать алию как Леви, да, но он может, кстати, Рамбам не был ни Коэном, ни Леви, да, но человек может посвятить свою жизнь святости. Причем это можно сделать на любом этапе жизни. Можно сделать из своей жизни золото, правильно? Не знаю, что надо хотеть. Это уже сложнее становится, да? Аарон, что с этой истории началась? Аарон, он расстроится, что у него нет возможности служить Всевышнему. И тогда Всевышний ему помог. То есть не то, что Всевышний сказал, Аарон, пошли, будешь мне... Нет. Сначала он изъявил желание. Он расстроился, когда Всевышний это увидел. Он ему дал вот эту мицву зажигания свечи. В нашей недельной главе есть еще один момент. Называется Пейсах Шени, второй Пейсах. Евреи приносят Пейсах. Это ровно год после исхода из Египта. Евреи приносят жертвоприношение Пейсах. Кстати, Медраш почему-то говорит, что они... Это немножко неприятный момент еврейской истории, потому что это единственное, когда они принесли Пейсах в пустыню. Больше нигде не написано про Пейсах. Мы к этому вернемся, к этому Медрашу. Но они, в общем, есть еврейский народ, год, ровно год, первый юбилей исхода из Египта, еврейский народ приносит Пейсах. Была группа людей, которые были духовно нечистые, они были по какой-то причине на кладбище с трупом, разные мнения, почему и где они были, они не могли принести это приношение. Они приходят к Моше Рабейну и говорят, чем мы хуже, мы хотим. Что же вы хотите? Ну, что можно сделать? Закон это закон, понимаете? Нет, Моше говорит Всевышний, вот люди, вот у нас есть группа людей, которые хотят. И Всевышний идет им навстречу, делает специальную митцву, называется Корбан Пейсах Шейни. Что можно месяц после Пейсаха, второй шанс. Второй, если вы хотите, можно принести, если вы первый Пейсах пропустили. Некоторые говорят, что только если вы нечаянно пропустили, если человек проспал. Но если действительно человек по-другому не мог. И интересно, что только в этой митцве, в других митцве, если кто-то... По какой-то по технической причине он не смог, например, помолиться. Он кому-то помогал, или он был в больнице. Обычно большинство митц поезд ушел. Но здесь, потому что люди хотели, и поскольку люди хотели, Всевышний идет им навстречу и говорит, вы хотите, я вам помогу. Я вам дам возможность делать эту митцу. И тот медаш, который я упомянул, медаш говорит, что печально, что евреи принесли только один корбан пейсах. Так что печально. Они почему действительно принесли только один корбан пейсах? Из Гемора. Оказывается, из Гемора, который говорит, что в пустыне были плохие погодные условия. Там не было особого ветра. Там должен был быть северный ветер. И они боялись обрезать своих детей. Уже ребенок, маленький ребенок. Кстати, Гемора говорит, что в наше время мы уже не переживаем. Мы обрезаем при любых погодных условиях. Что не переживайте, да? Но во времена исхода из Египта, когда была плохая погода, боялись обрезать детей. Поэтому в пустыне новорожденных мальчиков не обрезали. Там левиты обрезали, но большинство еврейского народа не обрезали. Теперь закон, что если в семье есть необрезанный ребенок, вся семья теперь не может принести корбан. Даже папа вроде бы обрезан. Но если у папы есть необрезанный сын, то ты не можешь принести корбан Пейсах. Кстати, очередной раз напоминание о важности вот это обрезание, это не просто еще одна мицва. Это наша связь со Всевышним, который без нее как бы ничего не работает. И поэтому они не могли принести в жертвоприношение Пейсах, потому что
по техническим неполадкам, как говорится. Так, один из Гера Рэба задает вопрос, так почему посу говорит, ну, Медаш говорит, о, печальный момент, значит, как бы позор еврейскому народу, они не приносили жертву. Они не могли. Всевышний им сказал, что если у вас семья, кто-то необрезанный, вы не можете приносить. У них, к сожалению, были, слава Богу, Бог дает детей, слава Богу, Барух Хашем. Так мы не можем принести, что стесняться. Так Гел Ребе сказал очень интересную вещь. Почему они не попросили Бога что-то сделать? Надо было попросить, надо было плакать, надо было помолиться. Может быть, Всевышний бы исправил бы погоду. Может быть, Всевышний что-то... Надо было сказать что-то. Ну, окей, это не судьба. Меня так нет. Так Гел Ребе говорит, вот в чем проблема. Технически, да, вы не могли принести. Но надо было что-то сделать. Точно так же, как люди, которые не могли принести первую жертву, потому что они были нечисты. Они пришли к Богу и начали просить Его, и Он им пошел, как говорится, навстречу. Так там тоже надо было. То есть человек, очень интересный момент, если человек хочет, Всевышний ему поможет. Даже когда у человека, это все одна и та же идея на самом деле, у человека может быть... У еврея может быть момент в жизни не самый хороший, не золото, как говорится. Может быть застой, может быть глина, может быть железо. Если человек хочет, и он Всевышнему говорит, сейчас у меня не идет, Всевышний помоги. Молитва, например. Классический пример, молитва. Шмона Исре. Как мы начинаем наше Шмона Исре, Амиду? Мы идем молиться. Первая фраза, до того, как мы даже начинаем, Всевышний, открой мои уста. Помоги мне. То есть, до того, как я еще начинаю ему служить, я помоги мне, чтобы у меня это действительно получилось. И должно быть желание. А потом, если Всевышний помогает, и если даже он не помогает, значит, так на то воля Господня. В пустыне, когда они путешествовали, да, надо было останавливаться. То есть, человек, у человека, главное это желание, кстати, в Машиах, одна из самых важных моментов иудаизма в целом, это Машиах. Так, в многих книгах написано, что если бы евреи достаточно хотели, чтобы он пришел, он бы уже пришел. Есть мнение, что мы не заслуживаем, мы грешим. Если бы его хотя бы, ну, хотя бы хотеть надо. Когда мы молимся, просим Машеха, чтобы таки просить. Тогда человек, когда Всевышний видит действительно, что человек хочет, он ему помогает. Кстати, насчет просить. Это третья часть моего урока. Тоже, кстати, в недельной главе написано, что когда... Не дай Бог, случится какое-то несчастье. Написано, что это будет война. Там специальная была мицва трубить в трубы. Специальная мицва. В наше время мы трубим в шафар на Рош ха-Шана. Ну, вот, другие были там железные трубы были. Это все. По-разному они трубили. Иногда они трубили в эти трубы, чтобы собирать еврейский народ. Написано, что когда надо трубить, и Всевышний вспомнит о вас, комментарии говорят, что отсюда мы учим, что когда еврей, особенно еврейский народ, даже один еврей, если кто-то находится в несчастном, какой-то несчастный случай, что-то произошло, а это трагедия, надо молиться. Это мицва. Есть, на самом деле, спор. Есть комментарии, которые говорят, что надо молиться каждый день. Есть мицва, потом каждый день помолиться. Хоть какую-то молитву. А есть, которые говорят, что, может быть, не каждый день, но когда у человека в жизни что-то не идет, есть какая-то трагедия, есть какая-то проблема, да, точно все считают, что есть митцва, есть обязанность помолиться. Причем молитва, слово молитва на русском языке, что такое молиться? Молить, вымаливать. И именно подчеркивается, что человек должен просить, и это человек Всевышний специально это делает. Рабшин Шампинкас, который я упомянул в начале нашего урока, Рабшин Шампинкас говорит очень интересную вещь. Большинство животных, кроме людей, если животное хорошо накормить, у него все хорошо. Ну, все. То есть животное может достичь до уровня, все нормально, ничего больше не надо. Нет тут никаких нужд у него. В зоопарке их покормили, все, они теперь спят, отдыхают. Люди по своей природе, по своей натуре, детям что-то не хватает. Если простые люди, которые не углублены законами Торы, мы хотим больше заработать, мы хотим больше купить, мы хотим... новую машину купить, мы хотим новый дом купить, мы хотим переехать, мы хотим еще. Люди все хотят что-то больше. Так мы устроим. Так Бог нас устроил. Даже если какой-то большой цадик, большой раввин, он прям такой цадик, ему вообще деньги. Тогда он хочет что-то духовное. Он хочет еще трактат закончить, еще что-то захочет. Он хочет вырасти, он хочет, чтобы его молитва. Человек по своей природе
сотворен Богом, ему все что-то не хватает. Так мы сделаны. Если мы себя проанализируем, нормальный здоровый человек, если у человека все есть, он против чего, так это овощ. Все уже. То есть у людей в жизни должно что-то быть. Они хотят что-то достичь, они хотят что-то прославиться, они хотят чего-то забраться на какую-то гору, прыгнуть куда-то. Что-то, они все время что-то хочется. Так теперь Всевышний наш Торе написал, если у тебя что-то, какой-то недостаток, что-то не хватает, есть адрес, куда надо обратиться. Всевышний. И мицва, если у человека есть что-то нет, это может быть мелочь. Человек может, немножко денег не хватает, может быть, что-то не хватает на работе, может, что-то вам надо. Так мицва, Бог специально хочет, чтобы вы молились. И Мора говорит, что почему все наши праотцы не сразу рожали детей. У Авраама много лет не было детей, у Ицхака много лет не было детей, у Якова, у Ироха много лет не было детей. И Мора говорит, потому что Ашем хочет, чтобы они помолились. На первый взгляд, это странно, как бы немножко, если страшно такое сказать, даже ну, немножко как бы жестокость. Ну, знаете, специально, знаете, я специально тебе не даю, чтобы ты попросил. На самом деле, когда у человека что-то не хватает, теперь человек приходит к Всевышнему, молится, вымаливает. Таким образом, мы приближаемся к Всевышнему. Мы вспоминаем. Человек, если бы у нас все было, мы бы забыли про него. Причем мы говорим здесь про наших праотцов, которые были очень святые. Кто уже говорит о простом еврее. Так иногда этими моментами, когда в жизни что-то не хватает, что-то хочется больше, что-то не повезло, это будет, может быть, даже мелочь. Вы выходите на улицу, это самая дождная улица. Ой, как тебе теперь все? Надо помолиться, а чем помоги? Вы не знаете, что делать. Так Всевышнему надо к нему обращаться. И это мицва. Когда у человека что-то в жизни не идет, Хафец Хаим, кстати, пишет еще глубже. Хафец Хаим говорит, надо заранее, когда у вас даже все хорошо. Хафец Хаим пишет, интересно. Хафец Хаим говорит, когда даже у тебя все в жизни, все здорово, все хорошо, надо поблагодарить Бога и попросить на будущее. То есть богобоязный человек, он все время, мы три раза в день молимся, и человек должен и анализировать, смотреть, может мне что-то попросить, вымолить. И человек таким образом приближается к Богу. Опять-таки, та же самая идея на самом деле. Когда у человека, у еврея в жизни что-то не идет, простой человек может сказать, ой, опять у меня все плохо, опять у меня нехорошо. Наоборот, вы можете использовать этот момент ради молитвы, вы можете из него сделать что-то хорошее, вы можете опять-таки из глины сделать золото. И причем это золото вам будет на всю жизнь. Те молитвы, те вот эти красивые, хорошие молитвы, когда человек полным сердцем вымолил, с ним они остаются на всю жизнь. Если давайте суммируем всю эту недельную главу, все эти моменты, на самом деле, начнем. Мы начали наш урок с золотой минор. Торе специально подчеркивается, что минор должна быть сделана из золота. Даже низ минора должен быть золотым. Я вам привел пример, что в Данииле написано, что идол был, то у него только голова была золотая. Тело было серебряное, потом было медь, а ноги у него были из глины. Так у человека иногда в жизни, может быть, глиняные моменты быть, иногда золотые моменты. Человек должен сделать из глины золото. Я вам рассказал о раввине Ури Зоар, который начал свою карьеру как кинозвезда. И потом он из этого сделал, он вырос и изменился, и действительно он стал, его великие раввины его очень уважали и так далее. Он принес это жертвоприношение, вот эти миллионные свои фильмы, которые он сжег и так далее. То есть человек изменился, надо силу иметь, но он захотел и сделал, он таки изменился. Я вам рассказал о Аарона Коэне, который расстроился, все началось с того, что он расстроился, что у него не было возможности служить Богу. Все 12 колен что-то принесли, а он остался без ничего. И тогда Всевышний сказал, я тебе дам тоже мицву, ты будешь зажигать свечи. И эти свечи, мы упомянули с вами, два объяснения. Одно, что это свет Ханукии, потому что это потомки Аарона, которые потом это зажигали. И этот свет остался до нашего времени, что 3000 лет с лишним мы зажигаем уже все равно эти свечи. Или же это Тора, которую мы учим, но эта Тора пропитана вот этой святостью времен храма, когда минору зажигали. И когда Равин, Рушишива Шлойма Гайнман давал урок Торы, он чувствовал, что он дает этот урок не только людям,
четыре вот эти ученика, которые перед ним сидят. Но он дает им поколение, поколение. Кстати, когда, я это не упомянул, когда кто-то слушает урок Торы, и потом он передает за субботним столом, например. Кто-то слушал урок Торы, потом он за субботним столом это передал, потом это рассказал, потом кто-то, никто никогда не знает, кто где, особенно в наше время, понимаете, в наше время, я сейчас, например, даю этот урок, я не знаю, кто меня смотрит, я не знаю, кто меня слышит, не знаю, кто кому, где, когда. Человек должен всегда давать себе отчет, что мы заряд передаем, и точно так же, как Аарон Коэн, когда он зажег минору, этот свет пошел на поколение, поколение вперед, мы никогда не знаем, на кого и как мы влияем. В пустыне, когда евреи передвигались, у них тоже были моменты, когда они двигались, они были на подъеме, они шли, и иногда они останавливались, все это шло Алпи Ашем, когда Всевышний это им говорил это делать. И это последняя часть моего урока была, что у человека в жизни может быть иногда неприятный момент, это может быть иногда даже горе, иногда печально что-то. Всевышний хочет, чтобы мы молились. Всевышний иногда хочет, чтобы мы к нему обратились. Ради этого все это сделано. Всевышний это сделал уже нашим праотцам. У них не было сразу, у них сразу не рождались дети, чтобы они вспоминали о Всевышнем. И опять-таки, каждый человек может из неприятного момента своей жизни, наоборот, сделать что-то хорошее. Наоборот, мы можем расти, мы можем приблизиться ко Всевышнему. И можем, опять-таки, мы сделать, можем из глины сделать золото. И как левиты, я вам упомянул, левиты тоже у них были, по идее, у левита, ну, идеальный момент его жизни, это было от 30 до 50. Потом надо было идти на пенсию. Но нет, на самом деле левиты продолжали служить в храме, и каждый человек, каждый еврей, мои года, мое богатство, да, человек может сделать из каждого момента может сделать золото. Да, к сожалению, может сделать из золота серебро и наоборот. Можно испортить это золото. Но цель каждого еврея, чтобы действительно, чтобы мы зажигали вот этот огонь Баалойска в нашей длинной главы, чтобы мы старались как можно больше, чтобы у нас действительно было золотые моменты нашей жизни, чтобы действительно, то, что я тоже упомянул, что если бы мы хотели, чтобы Машиах пришел, желание, само желание Всевышний увидит, точно так же, когда евреи захотели принести корм, поэтому он пошел навстречу и действительно им дал возможность, дай Бог, чтобы мы действительно удостоились, чтобы действительно пришел Машиах, чтобы действительно мы увидели, как в храме зажигают золотую минору. Всего хорошего, спасибо за внимание.